За счет этой скорости все время удается ставить в сложное положение защиту «Витязя». Выход 2 в 1, передача, бросок и 2-0. Кудрявцев забрасывает шайбу. Самонов, конечно, переживает. Он свою команду выручал. Но вот здесь, когда 2 в 1 и когда проходит спокойно передача на Кудрявцева, вот что тут может поделать вратарь? Ну вот ничего не может поделать. Стасенко упал, пытался перекрыть максимальную площадь внизу, но пас все равно прошел и забил Кудрявцев.